так же стоит, и параллельно было не встать. На справа как написано ставить машину можно? Ну, как знак указывает, так и ставим. Ну, если знака нету? Тогда параллельно по тротуару. Параллельно сюда было просто не влезть. Да, понятно. Тогда что, мы не будем его курить, просто перегоним. Эвакуировать мы вашу машину не будем. Не будем. Напишем вам на первый раз штраф за вашу парковку. Благодарен, больше так не буду делать. Как в правилах написано, дорожное движение ставить машину можно? Параллель тротуара. Правильно. Ну, да. Просто если вот так вот два места, и между ними свободно, а больше нигде встать, не на остановке же, тем более. На другой стороне дороги тоже, в принципе, можно встать. Можно, но там все занято. Нет, я вам серьезно говорю, ну просто никто же не враг сам себе, правильно? Когда вот так вот стоит машина, поневоле волнуешься, чтобы никто не въехал в нее, ну, свою машину всегда жалко. Ну, если больше негде, она на работу, ну. Снова ничего, Вось, я пришел. Пока вы машину не увезли. Она прикинула, что было одно. Машина движения не снимаем уплата. Машина ее манглей понадобится. Правила дорожного движения. Власти чинят беспредел. Потому что одно дело, если машина мешает движению транспортных средств, то, что я нарушил правила, я за это заплачу штраф. Вот. А то, что самовольно, то есть буквально я был по своим делам менее одного часа, и так машину быстро забрать, я считаю, что это неправомерно. То есть вы считаете, что правило не едино для всех? Не, почему? Правила для всех едины. Я за то, чтобы какие-то устанавливать временные рамки.